продолжим говорить о блокаде на Донбассе. Ее давно уже называют методом, в первую очередь, политической борьбы. А на этой неделе министр внутренних дел увидел в ней мусорный след. Аваков обвинил львовского мэра Садового и главу фракции «Самопомощь» Березюка в пиаре на крови и в организации блокады как мести. Об обмене любезностями посмотрите дальше. Транспортная блокада, как следствие мусорной, на этой неделе министр внутренних дел назвал виновных в блокаде на Донбассе. И их не совсем чистые мотивы. Я обращаюсь к уважаемому мэру Львова, господину Садовому, главе фракции самопомощи Березюку. Вы начали эту авантюру, в том числе, наверное, из-за того, чтобы не так внимательно смотрели на те проблемы с мусором, которые возникли во Львове. Вы будете нести за это ответственность. А ответственность эта четко прописана в статье 279 Уголовного кодекса Украины. За организацию блокирования транспортных коммуникаций в случае тяжких последствий грозит тюрьма. На срок от 5 до 12 лет. Вот только кроме громких заявлений никаких действий нет. Официально обвинений никто никому не выдвигал. А сам львовский мэр ответил министру в Фейсбуке. Мол, обвинение в том, что блокада на Донбассе – это месть за мусорную блокаду Львова – абсурд. И в очередной раз заявил, что поддерживает требования активистов. А требования эти – прекратить контрабанду и торговлю с агрессором, освободить всех украинских пленных из рук боевиков и принять закон про официальный статус неподконтрольных территорий. А еще не преминул отметить, что все это требует не только самопомощь, но и ветераны АТО на железнодорожных путях. Главное, чтобы патриотические устремления одних не стали разменной монетой в политических играх других.